Агинская. Сколько значимых событий в моей жизни тесно связаны с этим местом. Именно тут я заработал свои первые деньги в стройотряде. Тут когда-то написал первую песню. Лес и горы, как картинка из русских сказок. Здесь как будто специально все создано для того, чтобы творить. Главное, направляй их в нужное русло. Тут, в 200 километрах от Красноярска, живет мой друг Иван. Друг, единомышленник и коллега. Вместе с ним мы сняли клипы на песни группы «Яхонт», «Черная смородина» и «Сибирятский мост». Когда мы с Андреем решили снимать клип о сибирской природе, о выборе места не было и речи. Берега реки Анжи подходили идеально. Маленькие палисадники и уютные домики. Хочется запечатлеть это все и сразу. Стихи в музыку, в песню. Я всегда узнаю эти места, когда вижу в эфире Енисея. Их ни с чем не перепутать. Агинская. Насладиться природой, встретиться с друзьями. На это мы должны находить время всегда.